Добрый день. У микрофона Александр Виноградов, и мы начинаем трансляцию второго дня открытого чемпионата Санкт-Петербурга по фридайвингу по версии АИДА. Сегодня мы будем наблюдать за дисциплиной динамика в ластах. Через 30 секунд стартует первый участник соревнований, Александр Пангаев из Санкт-Петербурга. Лучший результат Александра Пангаева — 189 метров. Александр начал свою попытку. За выступлением Александра следит судья Оксана Молчанова. Александр преодолел отметку 25 метров, меньше чем за 20 секунд. По дорожке Б к старту готовится Татьяна Корженевская из Москвы. Тем временем Александр подплывает к отметке 50 метров. Судья Алексей Серов следит за разворотом. Напомню, что вчера Александр Пангаев в дисциплине ныряния брасом без ласт стартовал также первым и получил блэкаут. Надеемся, что сегодня Александр закончит свою попытку успешно. Приближается к 100 метрам. Время под водой уже больше минуты. Но до лучшего результата Александра ему еще плыть и плыть. О. К сожалению, Александр закончил попытку раньше, чем можно было предположить, на 100 метрах. Показывает протокол. Это будет, скорее всего, белая карточка, потому что заявил он всего 1 метр. Результат больше заявки, но, к сожалению, Александр вышел много раньше, чем планировал. Ждем решения судьи. Видно, что Александру было тяжело. Видимо, он не справился с дыхательным дискомфортом. По дорожке Б к старту готовится Корженевская Татьяна из Москвы. Лучший результат Татьяны — 162 метра. Мы видим, что к старту Татьяну готовит Александр Костышин. Александр тоже будет стартовать сегодня, но немножко позже. Он является главным претендентом на первое место. Его лучший результат — 272 метра. Но напомню, что вчера в нырянии без ласт он тоже получил блэкаут после разворота на 200 метрах. До старта Татьяны остается 1,5 минуты. Вчера Татьяна в нырянии брасом заняла первое место, сделав свой лучший результат и проплыв 155 метров. Вчера в трансляции я немножко ошибся. Сказал, что выиграла Наталья Оводова. Нет, Наталья Оводова — 121 метр, Татьяна Корженевская — 155 метров. До старта Татьяны остается меньше минуты. Мы видим судейскую бригаду. До старта 30 секунд. Видим, как Татьяна готовится к старту. 20 секунд до старта. Статику вчера Татьяна не делала. Выступает на наших соревнованиях только в динамических дисциплинах. Упаковывается. Звучит official top. И она начинает свою попытку.
приближается к отметке 25 метров, меньше чем за 20 секунд. Татьяна преодолевает 50 метров за 36-37 секунд. А пока мы следим за Татьяной, расскажу, что происходит в стартовой зоне. К старту готовится Валентин Рогалев из Костомукшу. Его лучший результат 151 метр. А Татьяна приблизилась к 75 метрам. Это еще меньше, даже меньше половины ее лучшего персонального результата. Вчера Татьяна улучшила свой результат в брасе. Надеемся, что и сейчас власти ее даст и чисто улучшить свои показатели. 100 метров за минуту 19. 75 метров. О, 125 метров. Прошу прощения. Подплывает к 150 метрам. Находится под водой чуть меньше 2 минут. Если Татьяна проплывет еще 12 метров после разворота, она улучшит свой результат. Разворот. Приближается к отметке 175 метров. Под водой уже почти 2,5 минуты. 175 пройдено. Уже почти 190 метров. И 2,45. Подплывает к 200 метрам. И всплывает на дорожку. Дышит. И четко показывает протокол. Татьяна Корженевская проплыла 200, или, возможно, судьи засчитают 199 метров. Это лучший результат Татьяны. Очень большой прогресс. Напомню, что прошлый результат Татьяны 162 метра. Белая карточка. Поздравляем Татьяну. К старту готовится Валентин Рогалев из Костомукши. Лучший результат Валентина 151 метр. Чуть больше 3 бассейнов. Вчера Валентин Рогалев занял 3 место в дисциплине статическая задержка дыхания с результатом 6 минут 7 секунд. Звучит official top. Валентин упаковывается и стартует. За выступлением следит главный судья соревнования Оксана Молчанова. Валентин плывет довольно высоко. И приближается к отметке 50 метров. В прошлом году на наших соревнованиях, стартуя, по-моему, даже по этой же дорожке, Валентин не справился с поверхностным протоколом на дистанции 150 метров. Будем надеяться, что сегодня все будет успешно. Валентин уже почти минуту находится под водой. Семьдесят пять метров и минута десять.
если я не ошибаюсь, Валентин немножко замедлился и подплывает к 100 метрам. Дистанцию 100 метров Валентин преодолевает за 1 минуту 35 секунд. Интересный разворот. И Валентин продолжает свою попытку. Всплывает на 115 метрах примерно. Показывает протокол. Дышит. Мы понимаем, что это не максимальная дистанция для Валентина. Но очень важно, что Валентин сделал попытку чисто. На заднем плане мы видим бригаду медиков, которые сопровождают наши соревнования. Валентин получает белую карточку и покидает стартовую зону. Следующий старт. Гончарова Юлия. Гончарова снялась с соревнований. Поэтому мы попробуем найти кого-нибудь и с кем-нибудь поговорить. Пока расскажу вам о результатах прошлого дня соревнований. В дисциплине «Статическая задержка дыхания» у мужчин первое место занял Дмитрий Мазепин с результатом 7.24. Это его лучший персональный результат. Второе место Алексей Дорофеев, тоже из Санкт-Петербурга. Результат 6.23, тоже PB Personal Best. И третье место Валентин Рогалев, за выступлением которого мы следили совсем недавно. Результат 6 минут 7 секунд. У женщин первое место заняла Дарья Веретенникова из Санкт-Петербурга. Результат 5 минут 23 секунды. На втором месте Татьяна Земских из Москвы. Результат 5.06. И на третьем месте Оксана Кононова из Петербурга с результатом 4.59. На статике вчера было установлено 14 персональных рекордов. И на статике было всего 4 дисквалификации из примерно 40 спортсменов. Ныряние без ласт вчера отметилось довольно большим количеством дисквалификаций спортсменов, но и персональных рекордов было даже больше, чем дисквалификаций. Персональных рекордов было установлено 13 штук. У мужчин первое место занял Николай Титов с результатом 131 метр. Петр Косарев из Новосибирска второе место с результатом 110 метров. Евгений Сычев, Санкт-Петербург, 108 метров. У женщин в дисциплине ныряния в длину без ласт первое место заняла Татьяна Корженевская, которая претендует сегодня на первое место или как минимум на призовые места в ласте с результатом 200 метров. Вчера она проплыла 155 метров. Второе место заняла Наталья Оводова из Петербурга, результат 121 метр. И на третьем месте Екатерина Васильева из Петербурга с результатом 106 метров. Напомню, что без ласт было установлено 13 персональных рекордов и было зафиксировано 11 дисквалификаций спортсменов. К старту готовится Оксана Бергман из Петербурга. Вчера она выступила довольно хорошо, сделала большую для себя статику и проплыла брасом, в принципе, ту дистанцию, которую и хотела, что-то в районе 66 метров, если я не ошибаюсь. Напомню, что Оксана совсем начинающая спортсменка, она будет плыть в разножках лидер Финс. Посмотрим, что у нее получится в этой дисциплине. Персональным рекордом у Оксаны указано 75 метров. Оксана стартует в 11 часов 16 минут, через 2 минуты. Напомню вам, что наше соревнование судьи AIDA International. Оксана Молчанова, категория Е, Екатерина Балашова, категория Д, и Алексей Серов,
категории D. Помогают судьям Марина Романова и Кристина Исеева. До старта Оксаны остается 1.5 минуты. В воде сегодня работают страхующие, которые и вчера помогали спортсменам. Это Антон Гневышев, Ренат Галиханов, Антон Гаврилюк, Дмитрий Данилевский, Ленар Садыков и координирующая работу страхующих Вероника Кравцова. Вчера страхующим досталось довольно много работы в дисциплине ныряния без ласт, но они справились хорошо. Будем надеяться, что сегодня у них будет поменьше работы. По дорожке Б к старту готовится Елена Самохвалова. Мы видим, что она сидит на стуле, пока еще не зашла в стартовую зону. Ее старт начнется примерно через 5 минут. А до старта Оксаны остается 30 секунд. Десять секунд. Все внимание на спортсмена. Official топ. И Оксана стартует. В дисциплине ныряния в длину в ластах по версии АИДа можно участвовать в любых ластах. Оксана подплывает к отметке 25 метров. Плывет довольно медленно. Надеюсь, что плывет расслабленно. Чуть медленнее, чем метр в секунду. Иногда использует цикл скольжения. Разворот на 50 метрах. Оксана под водой уже больше минуты. Сбоку мы видим наших подводных фотографов. Это Елизавета Дворченко и Ирина Лойтер. Оксана подплывает к 75 метрам. Поднимает голову. Видно, что плыть уже довольно тяжело. И всплывает на дистанции чуть меньше 100 метров. Держится. Снимает маску, показывает протокол. Это очень похоже на белую карточку. Ждем решения судьи. Оксана Молчанова показала Оксане Бергман белую карточку. Поздравляем. Это лучший персональный результат. А до старта Елены Самохваловой остается меньше 2 минут. Елена Самохвалова готовится к старту. Лучший результат Елены – 130 метров. Елена – спортсменка из Москвы. Елена заявила 30 метров. Но напомню вам, что те спортсмены, которые стартуют первыми, которые находятся у нас в списке в начале, заявили маленькие дистанции, просто чтобы стартовать пораньше с утра. Будем надеяться, что Елена проплывет больше своей заявки. Естественно, она не хочет проплыть 30 метров.
До старта остается 30 секунд. Мы видим судейскую бригаду и одного из наших операторов. Официальные операторы соревнований – это Арина Мазепина, Виктория Лукашова и Елена Лукашова. Они ходят в голубых футболках. А сейчас возвращаемся к нашей спортсменке. До старта остается 5 секунд. Она делает полный вдох. Звучит official top. И Елена стартует. Двадцать пять метров. Елена преодолевает меньше, чем за 25 секунд. Разворот на 50 метрах. И мы видим, как Елена приближается к 75 метрам. Елена подплывает к 100 метрам. После разворота ей останется 30 метров до своего personal best. Она разворачивается. Плывет уже 1,5 минуты. И выходит примерно на 107 метрах. И Екатерина Балашова показывает Елене белую карточку. Поздравляем Елену. По дорожке А к старту готовится Андрей Шацкий из Петербурга. Лучший результат Андрея 50 метров. На старт Андрея выводит Кристина Исеева. Мы видим таблицу результатов. Пока самый впечатляющий результат показала Татьяна Корженевская из Москвы, проплыв почти 200 метров. Скорее всего, судьи вычли 1 метр из-за того, что Татьяна разворачивалась на поворотах ниже ступеньки. Если спортсмен выполняет разворот выше ступеньки, то есть проплывает ровно 50 метров, ему засчитывают 50. Если он разворачивается ниже, то у него отнимают несколько сантиметров, которые в сумме складываются в минус метр на дистанции 200 метров. До старта остается 30 секунд. Десять секунд до старта. Мы видим, что Андрей Шацкий плывет в ластах дельфин, но способом кроль.
плывет довольно быстро. К отметке 50 метров он подплывет примерно за 40 секунд. Судьи наблюдают за спортсменом. Андрей сделал 50 метров. Если выйдет чисто, то это будет его лучший результат. Выходит на дорожку и выполняет протокол. Ждем решения судей. Судьи отмеряют дистанцию, которую проплыл спортсмен. Мы видим Алексея Серова и Арину Мазепину, бригаду медиков. Снизу в воде Ирина Лойтер, наш подводный фотограф. В оранжевом полотенце к старту готовится Михаил Габдулхаков. Михаил поплывет в разножках способом кроль. Михаил недавно перенес плановую операцию на своем плече, поэтому пока не может вытягивать руки в стрелочку и дельфином не плавает. Тренируется плавать кролем. Надеемся, что скоро он восстановится и вернется к своей любимой моноласте. Температура бассейна примерно 26 градусов, но многие спортсмены выступают без костюма. Надеюсь, что Михаил не замерзнет на попытке. Лучший результат Михаила — 129 метров. Михаил занимается в нашем клубе с 2015 года, но результат 129 метров Михаил показал в моноласте. Сейчас он выступает в тренировочных ластах. Одна минута до старта Михаила. Вчера Михаил не стартовал брасом. В статике он до своего лучшего результата не долежал. Для Михаила звучит official top. Делает максимально полный вдох и стартует. Успевает до 10 секунд. А по дорожке А к старту готовится Александра Чижикова из Москвы. Амплитудно плывет Михаил. Преодолевает 25 метров за 25 секунд. Разворот на 50 метрах и всплытие. Михаил выполняет протокол. Это будет белая карточка. Но до своих лучших результатов Михаил не доплыл. Ждем решения судьи Екатерины Балашовой.
Она показывает белую карточку. А Михаилу мы желаем скорейшего восстановления и возвращения к полноценным тренировкам. Девятый старт. Александра Чижикова из Москвы. Лучший результат 149 метров. Заявила Александра 50 метров. Александра Чижикова тренируется с 2009 года. Сейчас тренером Александра является Александр Костышин. Чтобы улучшить свой персональный результат, Александре Чижиковой нужно проплыть чуть больше 3 бассейнов. А сейчас мы видим Оксану Кононову на разминочной дорожке, спортсменка из Петербурга. Все внимание на спортсменку на дорожке А. Ждем старта Александра. Звучит отсчет. За программу, которая автоматически дает старт спортсменам, мы благодарим наших друзей из Латвии, организаторов рижских соревнований. И передаем им большой привет. До старта Александра остается 30 секунд. Двадцать. Мы видим организатора соревнований Дмитрия Мазепина. Сегодня он не стартует. А до старта Александра остается 5 секунд. Старт. И мы наблюдаем за спортсменкой. Вчера Александра потеряла сознание на 100 метрах брасом. Александра подплывает к 50 метрам. А по дорожке Б к старту готовится Григорий Тихонов из Петербурга. Александр разворачивается на 50 метрах и продолжает попытку. Александра тренируется 3 раза в неделю, но Александра Костышина. Надеюсь, сегодня она сможет улучшить свой персональный рекорд. 75 метров и чуть больше 1 минуты под водой. Александра подплывает к 100 метрам. 100 метров она проплывает за 1,5 минуты. Разворот на 100 метрах. И если Александра проплывает еще один бассейн 50 метров, то она улучшает свой персональный рекорд. Болеем за спортсменку. А Григорий Тихонов, который готовится по дорожке Б, занимается с осени 2016 года. Это совсем начинающий спортсмен. Тренируется 2-3 раза в неделю у Евгения Сычева. Его лучший результат 100 метров. Он готовится к старту. Александра Чижикова тем временем приближается к 150 метрам. Начинает всплывать. Всплывает на 149. Это и есть ее личный рекорд. Выполняет протокол.
дышит, страхующий находится рядом. И ждем карточки от судьи. Судит попытку Оксана Молчанова. Белая карточка, поздравляем с успешной попыткой. А по дорожке Б готовится Григорий Тихонов. Пока до старта Григория осталось больше минуты. Хотелось бы поговорить с Михаилом Габдулхаковым. Миша, расскажи о своей попытке. Как получилось? Ты проплыл чуть больше 50 метров, а твой лучший результат примерно 130. Добрый день. Да, на этих соревнованиях в Санкт-Петербурге я плыл в разножках, в обычных наших добрых советских дельфинах. Вот. И результат значительно меньше. Но я ни капельки не расстроился, потому что тренируюсь на самом деле сейчас в 25-метровом бассейне. Вот результатом доволен, это все-таки спортивный опыт, есть над чем работать, и будем обязательно продолжать. Всем рекомендую, ребята, приходите в наш спорт, фридайвинг, в Санкт-Петербурге. Поздравляю с белой карточкой. Спасибо. А мы возвращаемся к нашим спортсменам. Григорий Тихонов с лучшим результатом 100 метров будет стартовать через 5 секунд. Напомню, Григорий тренируется у Евгения Сычева в Петербурге. Старт. Двадцать пять метров, чуть больше, чем за 20 секунд. А к старту по дорожке А готовится Петр Косарев из Новосибирска. Напомню, что вчера Петр занял второе место в дисциплине ныряния без ласт с результатом 110 метров, одновременно улучшив свой personal best. Григорий разворачивается на 50 метрах. Это половина его лучшего результата. Преодолевает отметку 75 метров. Мы видим, что Григорий плывет в костюме Молчановс. Это один из лучших костюмов для динамики, особенно в такой воде. 100 метров, и Григорий всплывает, повторяя свой personal best. Выполняет протокол. Уверенно держится и ждет решения судей. Поздравляем Григория с успешной попыткой. А до старта Петра Косарева остается 2 минуты. Полторы минуты до старта Петра. Его лучший результат равен 100 метрам. При этом вчера Петр даже без ласт проплыл больше, 110 метров. Я надеюсь, что сегодня у Петра будут большие шансы на улучшение своего personal best. Мы видим Арину Мазепину, Алексея Серова, Оксану Молчанову.
До старта Петра остается 30 секунд. Следующей будет стартовать Екатерина Васильева с лучшим результатом 84 метра, которая вчера проплыла брасом 106 метров, улучшив свой персональный рекорд. Надеюсь, что и в ластах сегодня Екатерине удастся улучшить свои результаты. А для Петра звучит official top, и он начинает свою попытку. Дорожки Б готовится Екатерина Васильева. Я надеюсь, что после попытки Петра Косарева мы сможем поговорить с Татьяной Корженевской, которая сегодня значительно улучшила свой результат и претендует на высокие места на пьедестале. Петр развернулся, плывет довольно близко к поверхности. Полагаю, что наши страхующие уже начали немножко волноваться. Если мне правильно видно... Если мне правильно видно, то на Петре нет груза. Сейчас проверим мою догадку, когда он всплывет. 100 метров. И Петр завершает попытку. Видимо, да, на заднем плане мы видим грузы Петра с оранжевыми фастексами. Проплыл 100 метров, повторив свой личный рекорд. Но если он плыл без грузов, то и этот результат является прогрессом по сравнению с прошлым разом. Сейчас ко мне подошла Татьяна Корженевская из Москвы, которая несколько минут назад установила свой личный рекорд и проплыла 199 метров. Таня, поздравляю тебя. Расскажи о попытке, как плылось, как ты достигла такого быстрого прогресса. То есть предыдущий результат был значительно меньше, почти на бассейне. Расскажи, пожалуйста. Всем привет. Плылось достаточно хорошо. Как обычно, первая половина дистанции для меня самая тяжелая. После 100 метров расслабилась побольше и просто плыла по ощущениям. Сначала я не думала плыть 200, думала, 175, было бы для меня хорошо. А потом, я увидела отметку на 175, и по ощущениям было вполне хорошо, и я продолжила дальше. Поздравляю, отличный результат. Увидимся, надеюсь, на следующих соревнованиях. Спасибо. А мы наблюдаем за выступлением Екатерины Васильевой из Петербурга. Екатерина тренируется в нашем клубе. Напомню, что вчера она выиграла бронзу в дисциплине ныряния в длину без ласт. Екатерина будет стартовать в дельфинах. Посмотрим, какой результат она покажет. Десять секунд до старта. Для Екатерины звучит official top, и она начинает попытку. Сейчас на старте находятся сразу три спортсменки из нашего клуба. Это Екатерина Васильева, которая стартовала 10 секунд назад, Полина Казенова, которая готовится по дорожке Б, и Мария Фатулаева, которая готовится по дорожке А. А мы следим за выступлением Екатерины. В
25 метров и 25 секунд. Подплывает к 50 метрам и разворачивается. Плывет со скоростью ровно 1 метр в секунду. Екатерина тренируется в этом бассейне. Надеюсь, что ей поможет привычная вода и привычный бассейн. Екатерина приближается к отметке 80 метров. Напомню, ее лучший результат 84 метра. Судя по всему, она намерена его улучшить. Главное сделать протокол чисто. Под водой Екатерина уже больше 1,5 минуты. Разворот на 100 метров. Всплывает на отметке 104 метра примерно. Чисто делает протокол и уверенно держится на дорожке. Екатерина проплыла примерно на 2 метра меньше в ластах, чем брасом. Ждем карточку от судьи Екатерины Балашовой. Белая карточка. Поздравляем Екатерину Васильеву с personal best'ом. А по дорожке А готовится Мария Фатулаева из Петербурга. Мария тренируется в нашем клубе чуть больше года. Тренируется примерно раз или два в неделю. Это первые соревнования Марии. Надеюсь, Марии поможет то, что она тренируется в этом бассейне. Температура должна быть привычной и обстановка. До старта остается 1 минута. В прошлом году Мария помогала нам организовывать соревнования, координировала работу видеооператоров, а сейчас решила выступить. Мы благодарим ее за то, что она передала свой опыт нашим операторам, которые работают в этом году. До старта Марии остается 30 секунд. А через 4 минуты после старта Марии стартует Полина Казенова. Десять секунд до старта. И Мария начинает свою попытку. Плывет довольно амплитудно и мощно. 20 секунд. И приближается к отметке 50 метров. Разворачивается после 50. И приближается к 75 метрам. Лучший результат Марии Фатулаевой 80 метров. И примерно на этой отметке Мария всплывает. Выполняет протокол. Держится за дорожку и ждет решения судей.
поскольку это первые соревнования Марии, 80 метров, это тот результат, который она показывала на тренировку. Белая карточка, мы поздравляем Марию с подтверждением своего результата на соревнованиях. А пока у нас есть чуть больше минуты до старта Полины Казеновой, я хочу поговорить с Екатериной Васильевой, которая только что улучшила свой personal best, проплыла 104 метра, но чуть меньше, чем брасом. Катя, расскажи, как сегодня плылось, как вчера плылось. Дистанция примерно одинаковая и в ластах, и без ласт. Что ты по этому поводу думаешь? В этом бассейне он родной, плывется легче. Хотя брас — это все-таки больше моя дисциплина. Я его больше тренировала. Да, это действительно, мы тренировали с Екатериной в основном брас, но я надеюсь, что со временем мы перейдем на моноласту, которая все-таки улучшит результат в динамике. Поздравляю с хорошим результатом и спасибо. До следующих соревнований. А к старту готовится Полина Казинова из Петербурга. Лучший результат Полины — 75 метров. Это первые соревнования Полины. Посмотрим, как она сможет справиться с волнением. Вчера на статике Полина немножко замешкалась и получила красную карточку за старт через 30 секунд после official топа. 1 минута до старта. Полина также стартует в коротких ластах «Дельфин». Тридцать секунд до старта Полины. Двадцать. Видим, как Полина спокойно дышит. А следующий после Полины стартует Олеся Тихонова из Петербурга. Тоже начинающая спортсменка. Тренируется с 2016 года. Полины прозвучал official топ, и она погружается. Вчера в динамике без ласт Полина Казинова не стартовала. Полине гораздо больше нравится плавать в ластах, чем брасом. Преодолевает отметку 25 метров. И Полина приближается к отметке 50 метров. Всплывает сразу после разворота, не доплыв до своего лучшего результата 75 метров. Видимо, сказалось волнение перед стартом. А к старту готовится Олеся Тихонова. Судья Екатерина Балашова показывает Полине белую карточку. До старта Олеси Тихоновой остается 2 минуты. Наши соревнования фотографируют фотографы соревнований.
которым мы выражаем огромную благодарность. Это Ирина Лойтер и Елизавета Дворченко «Под водой». И Мила Кутуева с Дмитрием Гогиным «Съемка на поверхности». До старта Алисе остается 1 минута. До старта Олеси остается 30 секунд. Олеся начала свою попытку, проплывает 25 метров. Лучший результат 75 метров, как и у Полины Казеновой. Посмотрим, как Олеся справится с предстартовым волнением и какой результат покажет. Разворот на 50 метрах. Слегка не получился. И 50 секунд под водой. Преодолела отметку 75 метров. Находится под водой уже минуту 10 секунд. И явно стремится к бортику бассейна, чтобы зафиксировать personal best. Надеемся, что выход будет чистым. Немножко не туда всплывает спортсменка. Интересно, как оценят судьи покидание стартовой зоны. Олеся всплыла не с той стороны дорожки. По дистанции результат улучшен, но мы дождемся решения судьи Оксаны Молчановой. Видно, что судьи совещаются, принимают решения. Но Оксана строга. Спортсменка получает красную карточку, к сожалению, но вышла она чисто, только немножко не туда, немножко промахнулась мимо дорожки. Надеюсь, что это не расстроит Олесю, потому что результат в метрах она улучшила. А научиться всплывать куда надо несложно. 16-й старт. Александр Головин. До старта Александра осталось 1.5 минуты. Сейчас хочется поблагодарить наших спонсоров, которые позволили нам организовать эти соревнования, организовать трансляцию и провести все на должном уровне. В первую очередь, это сеть отелей «Невский берег», отели на Невском 122 и на Невском 93, совсем близко от площади Восстания. Если вы приезжаете в Петербург, теперь вы знаете, где вы сможете остановиться. И компания Deluxe Acoustics, которая производит топовую акустику в Санкт-Петербурге.
акустику шаровидной формы. До старта Александра остается 20 секунд. Десять секунд. По дорожке А к старту готовится Оксана Кононова. Александр разворачивается на 50 метрах. Напомню, Александр тренируется у Евгения Сычева в Петербурге с 15 года. Это его первые соревнования. Александр тренируется примерно один раз в неделю. Посмотрим, какой результат он покажет. Александр уже преодолел 75 метров. И направляется к бортику. Разворот на 100 метрах. Плывет уже близко к поверхности. Преодолевает 120 метров. Выходит на дорожку. Дышит. И выполняет протокол. Дышит и держится за дорожку. Видно, что... было непросто, но Александр справляется. Ждем карточку от судьи. Белая карточка. Поздравляем Александра с personal best'ом и с чистым выходом. А до старта Оксаны Кононовой остается 2 минуты. Вчера Оксана Кононова из Петербурга заняла третье место в дисциплине «Статическая задержка дыхания» с результатом 4 минуты 59 секунд. Оксана стартует в костюме с капюшоном. И до ее старта остается 1 минута. Оксана тренируется у Евгения Сычева. А мы видим таблицу результатов. Пока видим, что из 15, даже 16 спортсменов, только один спортсмен не стартовал. Это... Юлия Гончарова. И один спортсмен был дисквалифицирован. Это Олеся Тихонова из Петербурга. Дисквалификация привела то, что она вынырнула не на свою дорожку, точнее, на свою дорожку, но с неправильной стороны. Покинула стартовую зону. Будем надеяться, что и дальше спортсмены продолжат в том же духе. Установлено уже 4, даже 5 персональных рекордов. Десять секунд до старта Оксаны. Оксана начала свою попытку. Заявка Оксаны 75 метров. Но эта заявка больше, чем в 2 раза меньше, чем ее персональный результат. Лучший результат Оксаны 155 метров. Это чуть больше 3 бассейнов.
Оксана разворачивается на 50 метрах. Преодоление 50 метров заняло у нее около 43 секунд. И продолжает свою попытку. Напомню, что вчера Оксана заняла 3-е место в статике. Болеем за Оксану. Довольно мощные грибки. Амплитудные, без скольжения. Видно, что сегодня Петербург решил порадовать нас солнечным днем, хотя утро было очень дождливым. И ровно в этой солнечной полосе всплывает Оксана, преодолев 106 метров или чуть больше. Выходит чисто, выполняет протокол, держится и ждет решения судей. Проплыла больше заявки, меньше своего personal best'а. И если не макнет, не макнет. Оп. Получила ли Оксана карточку? Оксана не дождалась карточку и покинула зону старта, макнув лицо в воду. К сожалению, это приведет к ее дисквалификации. Видим, как Оксана Молчанова достает красную карточку и вынуждены дисквалифицировать спортсменку. К сожалению, такое случается, когда спортсмены не дожидаются решения судьи и покидают стартовую зону. Обидно. А по дорожке Б к старту готовится Елена Баранова из Петербурга. Елена также стартует в коротких ластах. Как я вам говорил вчера, в наших соревнованиях принимает довольно много участие довольно много новичков из Петербурга, что не может не радовать. Елена относится к их числу. Насколько мне известно, Елена тренируется совсем недавно, но ее лучший результат уже 100 метров. Надеемся, что сегодня она сможет повторить или улучшить этот результат чисто. До ее старта остается 1 минута. Следующий после Елены стартует Александра Шамалина из Петербурга. Тоже начинающий ныряльщик из Петербурга. Но пока я не вижу ее в стартовой зоне. А Елена Баранова ныряет сегодня без груза. Интересно будет посмотреть на нее под водой. Да, Александра Шамалина появилась в бассейне. И, надеюсь, скоро придет в зону старта. Елена Баранова начала свою попытку. Плывет амплитудно. И довольно медленно. На 25 метров Елена затрачивает больше 25 секунд. Почти 30. Это значит, что на дистанцию 100 метров ей понадобится около 2 минут. Что довольно много для начинающего спортсмена. Подплывает к 50 метрам. Елена приближается к отметке 75 метров. Плывет уже 1,5 минуты. Приближается к 100 метрам.
90. Девяносто пять. И начинает всплытие. Всплывает. Держится. Выполняет протокол. Держится за дорожку и ждет решения судей. Поздравляем Елену с хорошим результатом. А по дорожке А к старту готовится Александра Шамалина из Петербурга. Лучший результат Александра 83 метра. Она тренируется у нас в этом же бассейне. Вода для нее привычна. До старта Александра остается 1 минута. Тридцать секунд до старта. А сразу же за Александрой Шамариной по дорожке Б стартует Николай Титов, который вчера выиграл в дисциплине ныряния без ласт с результатом 131 метр. Николай сильный спортсмен. Его лучший результат в ласте 175 метров. Звучит official топ для Александры. И она начинает свою попытку. Довольно резкие грибки Александры. Преодолевает 25 метров. Чуть меньше, чем за 30 секунд. Видим, как за ней наблюдают наши фотографы и страхующие. Александра проплыла бассейн и разворачивается на 50 метрах. Заняло у нее это чуть меньше минуты. Плывет дальше. Напомню, лучший результат Александры 83 метра. Заявка 75 метров. Если Александра проплывет больше 75 метров и чисто выполнит протокол, она получит белую карточку. А если больше 83 метров, то улучшит свой персональный результат. Видим, что страхующие передают друг другу ответственность за спортсмена на отметке 25 метров. И наш страхующий Ленар продолжает сопровождать спортсменку к отметке 100 метров. Александра смотрит вперед. Надеюсь, что благоразумие возьмет верх. И она всплывает на дорожку, держится, дышит. Снимает маску и выполняет протокол. Надеюсь, что то, что она сделала это не совсем четко, не станет проблемой. И судья даст белую карточку. Ждем решения Оксаны Молчановой. Судьи совещаются. И Оксана Молчанова показывает белую карточку. Поздравляем Александру с улучшением своего результата и с успешным выступлением. Мы видим Викторию и Елену Лукашовых. Они помогают нам и снимают
попытки спортсменов для того, чтобы, если у спортсменов возникнут претензии к карточке или какие-то вопросы к судье, они могли подать протест и отсмотреть видео и принять справедливые решения. А до старта Николая Титова остается 1 минута. Николай плывет в костюме Молчановс. Напомню, что Молчановс является одним из спонсоров наших соревнований и предоставляет призы для спортсменов. Также призы предоставлены производителями грузов Lobster, анатомическими грузами для фридайвинга, компанией Deluxe Acoustics и Невский берег, и производителем гидрокостюмов Bunny Hammer Fish. Также спортсмены получат призы от Blue Water Shop, магазина, который занимается продажей снаряжения для подводной охоты и фридайвинга в Петербурге. А для Николая Титова звучит Official Top, и он начинает свою попытку. Напомню, лучший результат Николая – 175 метров. А по дорожке А к старту готовится Мария Воротягина из Москвы. Николай проплывает 50 метров за 40 секунд, разворачивается и продолжает попытку. Постепенно мы приближаемся к середине стартов. Всего сегодня намечено 45 стартов. Николай плывет 20-м. По заявленным лучшим результатам спортсменов, Николай вполне может претендовать на призовые места в динамике в ластах. 100 метров и 124 секунды. Николай преодолевает 125 метров за минуту 46 и приближается к отметке 150 метров. Если после разворота Николай проплывет еще половину бассейна, он и выйдет чисто, он будет иметь шанс на улучшение своего personal best. Мы видим, как Марина Романова из Брянска, ассистент судьи на наших соревнованиях, следит за разворотом спортсменов. А Николай тем временем подплывает к 175 метрам. Находится под водой уже 2,5 минуты. Всплывает на отметке примерно 180 метров. Дышит. Четко выполняет протокол. Немножко самбит, немножко трясется, дышит, но пока держится. Страхующие не трогают. Николай дышит. Видно, что держаться тяжело. Николай удержался и, скорее всего, получит белую карточку. Ждем решения судьи. А по дорожке А к старту готовится Мария Воротягина из Москвы. Ждем решения судьи. Белая карточка для Николая Титова и 180 метров. Засчитанный результат. А до старта Марии Воротягиной остается 20 секунд.
Мария Воротягина начала свою попытку. Следующей стартует Ольга Маркина из Санкт-Петербурга. Мария Воротягина заявила результат 79 метров. Лучший результат Марии – 100 метров. И сейчас она приближается к половине этой дистанции, затратив на 50 метров ровно 50 секунд. Пройдена отметка в 175 метров. И сейчас уже больше 80 метров. Это значит, что Мария выполнила свою заявку в 79 метров. И приближается к отметке 100 метров. Это ее лучший результат, напомню. Разворачивается. И плывет дальше. 110 метров. Сто двадцать пять, смотрит вперед. И примерно на 130 всплывает. Выходит на дорожку. Снимает зажим, снимает очки. И выполняет протокол. Дышит и держится. Вышло чисто. Улыбается. Видно, что Мария довольна своим результатом. Ждем решения судьи. Белая карточка. И поздравляем Марию с лучшим персональным результатом. Тем временем по дорожке Б к старту готовится Ольга Маркина, Санкт-Петербург. Лучший результат Ольги – 110 метров. На старт Ольгу выводит Кристина Исеева. Ольга заявила 80 метров. Сейчас мы будем наблюдать за 22-м стартом. Всего запланировано на сегодня 45 стартов. Последний старт начнется в 13 часов 56 минут. Десять секунд до старта Ольги. Красиво плывет Ольга, использует скольжение и приближается к 25 метрам. 25 метров проплывает со скоростью 24 секунды. Чуть-чуть быстрее, чем метр в секунду, но при этом видно, что очень расслаблено. Следующим к старту готовится Вадим Беседин из Петербурга.
Тем временем Ольга подплывает к 50 метрам, разворачивается. И преодолевает 55 метров. А это ровно половина от ее personal best. Сзади мы видим Алексея Машнинова, который снимает соревнования на камеру. А Ольга Маркина из Петербурга приближается к отметке 100 метров. Погода нам благоволит, и в бассейне даже есть солнечные пятна. Надеюсь, что такая же погода сохранится и до награждения, которое, как я напомню, пройдет на корабле, на Неве. Ольга проплывает чуть больше 110 метров, выходит на дорожку, четко держится, выполняет протокол и уверенно дышит, ждет решения судей. Но никаких проблем быть не должно. Скорее всего, это белая карточка. 23-й старт. Вадим Беседин из Петербурга. Поздравляем Ольгу. Видим, как Вадим Беседин готовится к старту. Лучший результат Вадима 100 метров. Вадим совсем недавно начал плавать в Моноласте. Это Моноласт Молчановс. Если я не ошибаюсь, это вообще первый старт для Вадима в Моноласте. Вадим занимается фридайвингом с 2012 года. Последний год или чуть больше, примерно два раза в неделю, Вадим тренируется у нас. Двадцать секунд до старта Вадима. Вадим заявил 99 метров. Всего на метр меньше, чем его personal best. Звучит official top. Он делает полный вдох и стартует. Был объявлен 24-й старт для Дмитрия Мазепина, но Дмитрий Мазепин является одним из организаторов наших стартов и сегодня плыть не будет. Напомню, что Дмитрий вчера занял первое место в дисциплине «Статическая задержка дыхания» с результатом 7 минут 24 секунды. Это его лучший результат. А Вадим Беседин продолжает свою попытку. Подплывает к 50 метрам, плывет довольно высоко, довольно далеко от дна. И разворачивается на 50 метрах. Плывет чуть меньше минуты. Преодолевает отметку 75 метров. Приближается к отметке 100 метров. Плывет уже полторы минуты. Подплывает к 100 метрам. Разворачивается.
И плывет дальше. Всплывает посередине дорожки, но держит лицо на поверхности. Дышит. Важно, чтобы он успел сделать поверхностный протокол. Видно, что выход был тяжелым. Напомню, что вчера Вадим Беседин был дисквалифицирован в дисциплине ныряния без ласт. Но сейчас он, скорее всего, получит белую карточку и зафиксирует свой лучший результат. Екатерина Балашова показывает белую карточку. Это значит, что Вадим Беседин зафиксировал свой лучший результат. Больше 100 метров. Поздравляем Вадима. Видим перед собой таблицу результатов. У женщин явное лидерство у Татьяны Крыженевской из Москвы 199 метров. А у мужчин Николай Титов с результатом 181 метр. По дисквалификациям видим, что один спортсмен не стартовал. Это Юлия Гончарова. Олеся Тихонова была дисквалифицирована за покидание стартовой зоны, то есть она всплыла не на своей дорожке. И Оксана Кононова дисквалифицирована за выполнение поверхностного протокола, но проблема была в том, что она не дождалась решения судьи, всплыла чисто, не дождавшись решения судьи, покинула стартовую зону. При этом мы видим, что последние 5 стартов были персонал бестами, то есть спортсмены, последние 5 спортсменов улучшили свои персональные рекорды. Поздравляем их с этим. Звучит отсчет старта, но сейчас старта не будет, потому что спортсмен снялся с дистанции. Через 4 минуты будет стартовать Зоя Головня из Екатеринбурга. Лучший результат Зои — 116 метров. А сейчас хочется поговорить с Николаем Титовым, который на данный момент является лидером мужского зачета. Николай проплыл 181 метр. Коля, как сегодня плылось? Расскажи. Ну, плылось нормально, но легче, чем вчера, но почему-то проплыл, рассчитывал на больше. Если не секрет, сколько думал проплыть? Ну, хотел 200. Расскажи немного о том, как ты тренируешься, кто твой тренер, как я понимаю, Евгений Сычев. Тренируюсь под руководством Евгения Сычева. Также в подготовке, подготовке участвует Александр Виноградов. Спасибо ему. Я ни на что не намекал. Вот. Занимаюсь 3-4 раза в неделю. Поздравляю с хорошим результатом. Сейчас это первый результат среди мужчин, но осталось еще половина заплывов. Но я думаю, что шансы на пьедестал есть. Все-таки улучшат результаты, что не будет столько блэкаутов, как вчера, и будет довольно-таки интереснее и захватывающе. Ну, на данный момент дисквалификации всего 2, и то они не из-за гипоксических проблем, а из-за того, что спортсмены неправильно выполнили протокол, сделали что-то не совсем так. Да, будем надеяться на чистые выходы. Спасибо и еще раз поздравляю. Спасибо, занимайтесь фридайвингом. А мы видим, как по дорожке А к старту готовится Зоя Головня из Екатеринбурга. До старта Алены остается 2 минуты. Полторы минуты до старта. Зоя Головня активно развивает фридайвинг в Екатеринбурге. Проводит соревнования.
Если я не ошибаюсь, клуб называется «Дети океана». Посмотрим, сможет ли Зоя улучшить свой personal best. Напомню, это 116 метров. Заявила Зоя 100 метров. Вчера Зоя заняла 5-е место брасом с результатом 85 метров. В статике. В статике, если я не ошибаюсь, она не участвовала. 10 секунд до старта. Следующий старт Пасконный Илья из Брянска. Лучший результат 112 метров. Разворот на 50 метрах и больше минуты под водой. Зоя плывет медленно и расслабленно. Посмотрим, сможет ли она переплыть или повторить свой лучший результат. 116 метров. Метров и чуть меньше полутора минут под водой. Зоя приближается к отметке 100 метров. Разворачивается. До personal best осталось 10 метров. Плывет уже близко к поверхности. Всплывает примерно на 120 метрах, чуть меньше. Четко показывает протокол, дышит и держится. Поздравляем Зою с белой карточкой. 2 минуты 8 секунд и примерно 120 метров. До старта Илья Пасконного остается 1 минута. Пасконный Илья снялся со старта. Соответственно, у нас есть 4 минуты на то, чтобы найти кого-нибудь интересного и поговорить с ним.
Зоя, привет. Привет. Поздравляю тебя с белой карточкой. Спасибо. Это твой лучший результат? А сколько у меня? Ну, метров 120, по-моему. Значит, лучший. Тогда да. Поздравляю. А расскажи про то, как у вас обстоят дела с фридайвингом в Екатеринбурге. Слушай, ну, хорошо. Очень активно, на самом деле, развивается. То есть и я стараюсь приложить к этому максимум усилий. Года два последних вот активно я работаю, школа фридайвинга «Дети океана». Значит, я не ошибся в названии. Да. И проводим соревнования, народу все больше, ныряем. Вот у нас есть карьер глубинный, лазурный, там будем нырять. Даже соревнования в этом году планируются глубинные. Ну, хорошо, потихоньку народ втягивается. То есть это будут первые фактически глубинные соревнования по фридайвингу в России, на территории России? Ну, да, планируется, будет, скорее всего. Здорово. Ну, желаю успехов в развитии фридайвинга и в спортивных начинаниях всяких. Спасибо. Спасибо. К старту готовится Александр Гусаров. Александр Гусаров из Петербурга. Лучший результат Александра – 111 метров. Александр заявил дистанцию в 100 метров. До старта Александра 2 минуты. Вчера Александр занял четвертое место в дисциплине ныряния без ласт со своим лучшим персональным результатом в 100 метров. По дорожке Б, по соседней, к старту готовится Екатерина Бирюкова из Петербурга. До старта Александра осталось 30 секунд. Амплитудно плывет Александр, преодолевает 25 метров за 20 секунд. Надеюсь, что Александр находится в хорошей форме, потому что вчера он улучшил свой результат и проплыл 100 метров брасом. Разворот на 50 метров, 42 секунды под водой.
статике Александр вчера пролежал 4 минуты 16 секунд. И Александр всплывает на 75 метрах, видимо, не справившись с дискомфортом или стартовым волнением. Это меньше, 75 меньше, чем заявил Александр. Александр заявил 100 метров. Поэтому даже учитывая чистый поверхностный протокол, белую карточку он не получит. Будут начислены штрафные очки за разницу между анонсом и показанным результатом. И Оксана Молчанова дает желтую карточку. К старту по дорожке Б готовится Екатерина Бирюкова из Петербурга. Екатерина занимается фридайвингом с 14 или 15 года, могу ошибаться. Базовый курс проходила у нас и тренируется самостоятельно в Санкт-Петербурге. Посмотрим, какой результат она покажет сегодня. Лучший результат Екатерины – 100 метров. И заявила она 100 метров. Рядом с Екатериной мы видим инструктора Федерации фридайвинга Михаила Решетникова из Ярославля. Видимо, он готовится к старту, да. Он будет стартовать через одного в 12.56. До старта Екатерины осталась одна минута. Насколько я помню, эти старты не первые для Екатерины. Она стартует в Моноласте. И Екатерина начинает свою попытку. Проплывает солнечную полосу в нашем бассейне. А по дорожке А к старту готовится Павел Шпак. Екатерина плывет довольно мощно, преодолевает отметку, приближается уже к 50 метрам. Находится под водой 40 секунд. И Екатерина всплывает примерно на 80 метрах. Чисто выполняет протокол, но выглядит немножко грустный. Проплыла меньше заявки и меньше personal best. Зато всплыла чисто, что немаловажно. А к старту готовится Павел Шпак из Санкт-Петербурга. Mm-hmm.
Мы видим, что на старт Павла выводит Вероника Кравцова. До старта остается 1 минута. Вчера Павел значительно улучшил свой результат в статике. Занял 9-е место с результатом 5 минут 9 секунд. При этом предыдущий результат Павла равнялся 3 минутам. То есть больше, чем на 2 минуты Павел сумел улучшить. Брасом Павел занял 8-е место с результатом 67 метров. Это тоже его personal best. Десять секунд до старта. Старт. У Павла совсем немного опыта в плавании в Моноласте. И он приближается к 25 метрам. За 56 секунд Павел преодолевает 50 метров, разворачивается и плывет дальше. Лучший результат Павла — 100 метров. Заявка также 100 метров. Будем надеяться, что Павел выполнит протокол чисто. Семьдесят метров и минута 25. Судит заплыв судья соревнований Екатерина Бирюкова. Павел приближается к 100 метрам и находится под водой минуту 50. Видимо, бортик стал для него неожиданностью. Разворот. И Павел продолжает попытку. Всплывает рот. Держит над водой. Самбо не может показать протокол. Выполняет протокол. Держится. Напомню, предыдущий результат Павла — 100 метров. Сейчас Павел проплыл примерно 105 метров. Павел ждет карточки. Товарищи подсказывают ему, что уплывать не нужно. И мы поздравляем Павла с улучшением personal best. 105 метров. До старта следующего участника остается 1 минута. Михаил Решетников из Ярославля. Лучший результат власти — 150 метров. Это 3 бассейна. Заявка Михаила — 101 метр. Вчера Михаил занял 5-е место в динамике без ласт с результатом 91 метр. В
статике. Решетников Михаил занял четвертое место с результатом 5 минут 38 секунд. Оба этих результата не являются его персонал-бестами. Посмотрим, что он сможет показать власти. Напомню, заявка 101, персонал-бест 150. 10 секунд до старта. Звучит official top. Михаил упаковывается и стартует. Плывет с мощными грибками и с длительным скольжением. И приближается к 50 метрам. Разворот на 50. И Михаил преодолел 50 метров меньше, чем за 40 секунд. Михаил приближается к 100 метрам, разворачивается под водой, он находится минуту 20 секунд. Метров. Михаил продолжает попытку. Под водой он находится минуту 45 секунд. Лучший результат Михаила 150 метров. До него ему осталось плыть менее 10 метров. 150. Разворот. И Михаил выходит. Держится, дышит. Довольно уверенно показывает протокол. Ждем карточку. До старта следующего участника, Ларисы Забродской из Брянска, остается 1,5 минуты. Лучший результат Ларисы 135 метров. Алексей Серов показывает белую карточку. Интересно, какой результат судьи запишут в протокол, 150 или 151 метр. От этого будет зависеть, personal best это или не personal best. Но в любом случае мы поздравляем Михаила с хорошим результатом. На экранах Лариса Забродская, город Брянск. Лучший результат 135 метров. Заявка 101 метр, как и у Михаила Решетникова. До старта остается 30 секунд. Да, Алексей Серов сообщает мне, что Михаил Решетников проплыл 151 метр. Значит, это personal best, потому что предыдущий результат был 150 метров. Поздравляем Михаила. А для Ларисы звучит official top, и она начинает свою попытку. Вчера Лариса была дисквалифицирована на статике. Результат был 4 минуты 51 секунда. Но Лариса не справилась с поверхностным протоколом.
в динамике без ласт. Она заняла 6-е место с результатом 80 метров. Тем временем Лариса преодолевает 50 метров. Занимает у нее это примерно 40 секунд, разворот. Проходит отметку 75 метров. На дне лежат специальные отметки посередине бассейна, чтобы спортсмен знал, где он находится. Вплывает в освещенную зону около 100 метров, освещенную солнцем. Немножко не получился разворот, но Лариса продолжает попытку. Лучший результат Ларисы 135 метров. Это чуть больше, чем 2,5 бассейна. Лариса приближается к отметке 125 метров. До personal best остается 10 метров. И примерно на 130 метрах она всплывает. Быстро показывает протокол, дышит. Ее немножко трясет самбит, но она уверенно держится на дорожке, дышит. Да, совсем легкая самбо, буквально пара движений. Следующий участник. Пока мы ждем результата, пока мы ждем карточку для Ларисы Забродской, готовится следующий участник по дорожке Б, Мария Федорова. А Лариса получает белую карточку. Мария Федорова из Петербурга стартует через 1,5 минуты. Лучший результат Марии 123 метра. Заявка 110 метров. Выводит на старт Марию Александр Гусаров. Мы видим табличку с результатами. Из того, что мы еще не видели, тут появились две желтые карточки за то, что спортсмены проплыли меньше, чем заявили. Это Гусаров Александр и Екатерина Бирюкова. Павел Шпак и Решетников Михаил проплыли на лучшие результаты. Мы видим, что в табличке уже довольно много personal best'ов. Это всегда радует, когда на соревнованиях спортсмены могут улучшать свои результаты. На данный момент Решетников Михаил находится на втором месте после Николая Титова. Но впереди еще довольно много интересных заплывов и сильных спортсменов. До старта Марии Федоровой остается 20 секунд. Довольно необычно, что спортсмен еще сидит на бортике. Видимо, вода показалась ей довольно прохладной. Вчера в статике Мария Федорова, которая сейчас плывет в моноласте, заняла 8-е место с результатом 4 минуты 19 секунд. Интересно, что Наталья Минаева из Москвы сделала совершенно такой же результат, 4.19, но она находится на одну строчку выше, на 7-м месте, потому что Наталья Минаева заявила 3 минуты 5 секунд, а Мария Федорова 3 минуты, и поскольку заявка Натальи больше, чем заявка Марии, она находится на одну строчку выше при таком же результате. Тем временем Мария прошла отметку 75 метров и приближается к 100 метрам. Напомню, что лучший результат Марии 123 метра. Мария находится под водой минуту 20 секунд и развернулась на 100 метров.
125 метров, и Мария выходит на дорожку. Показывает протокол, но у меня есть впечатление, что она макнула лицо в воду и выплюнула эту воду. Посмотрим, какое решение примут судьи. Надеюсь, что спортсмен не будет дисквалифицирован. Мария проплыла примерно столько же, сколько и плавала раньше. Белая карточка. Это значит, что спортсменка не макала лицо в воду, просто с нашего ракурса было не очень хорошо видно. До старта Марии Дунин-Барковской из Брянска остается 1,5 минуты. Заявка 115 метров, лучший результат 125 метров. Стартует Мария в 8 минут второго по московскому времени. Вчера Мария в статике заняла 6-е место с результатом 4 минуты 24 секунды. К сожалению, в нырянии без ласт Мария была дисквалифицирована из-за блокаута. Будем надеяться, что она успела восстановиться после вчерашнего дня и сегодня выполнит попытку чисто. Напомню, это 33-й старт. Всего сегодня запланировано 45 стартов. 45-й старт начнется в 13:56 по Москве. Двадцать секунд до старта Марии. Мария тренируется в Брянске у Марины Романовой и обладает довольно значительным стартовым опытом. Это уже 6-е соревнования Марии. Мы видим Марину Романову, следящую за разворотами спортсменов. А Мария приближается к отметке 75 метров. Лучший результат Марии – 125 метров. То есть 2,5 бассейна. Минута 25 секунд под водой и разворот на 100 метрах. Метров, и Мария всплывает. Выполняет поверхностный протокол и держится на дорожке. Мы видим белый буёк, это отметка 25 метров. Если это будет белая карточка, то Мария повторит свой personal best. Ждем решения Оксаны Молчановой. Белая карточка, поздравляем. А по дорожке Б к старту готовится Наталья Минаева из Москвы. Лучший результат Натальи – 138 метров. Заявка – 116.
Вчера Наталья без ласт заняла 8-е место с результатом 69 метров. В статике Наталья заняла 7-е место с результатом 4.19. Это ее личный рекорд. И поскольку она заявила на 5 секунд больше, чем Мария Федорова, которая пролежала столько же, 4.19, она находится на 7-м месте. Вчера в динамике спортсмены стартовали с интервалом 3 минуты. Стартовало две дорожки. На каждой отдельной дорожке интервал был 6 минут, а разбежка между дорожками была 3 минуты. Сегодня мы увеличили интервал между спортсменами до 4 минут. То есть на каждой конкретной дорожке старты идут с интервалом 8 минут, а на двух дорожках интервал получается общий 4 минуты. 5 секунд до старта. Мы подходим к завершающей десятке спортсменов. Это спортсмены, которые заявили наибольшие метры. Наталья Минаева заявила 116. Дальше заявки все больше и больше. Это спортсмены, которые способны проплыть значительные метры. Посмотрим, что они покажут. Начинается самое интересное. Старты будут идти довольно плотно, поскольку спортсмены, которые плывут больше 200 метров, могут плыть и 3, и 4 минуты. Наталья разворачивается на 50 метров. Проплывает 75 метров. Сверху вы можете видеть время, которое спортсмен находится под водой. А по дорожке А к старту готовится Сергей Черков из Петрозаводска. Наталья Минаева разворачивается на 100 метров. Подплывает к 125. Напомню, лучший результат 138 метров. И Наталья уже преодолела эту отметку. Метров, всплывает, держится за дорожку, выполняет протокол и уверенно держится. Чистый выход на 150 метров. А до старта Сергея Черкова из Петрозаводска остается 1,5 минуты. Лучший результат Сергея – 150 метров. Заявка – 124 метра. Прошу прощения, 125 метров. Поздравляем Наталью Минаеву с белой карточкой и с улучшением personal best на 12 метров. Раньше было 138, теперь 150, уже 3 бассейна. В желтой шапочке мы видим Сергея Черкова. Город Петрозаводск. Сергей тренируется сам, без тренера. Тренируется 3-4 раза в неделю. И занимается фридайвингом с 2014 года. У Черкова уже есть стартовый опыт. Он участвовал в чемпионате России по версии КМАЗ. И в чемпионате Карелии
по версии Аида. По соседней дорожке целая делегация готовит к старту Евгения Сычева. Звучит official топ для Сергея Черкова. Он упаковывается и уходит под воду. Сергей преодолел 50 метров, меньше чем за 40 секунд, и продолжает попытку. Плывет довольно мощно. Лучший результат Сергея – 150 метров. Это три бассейна. Сейчас Сергей подплывает к окончанию второго бассейна. Плывет очень быстро. Разворачивается и также быстро продолжает попытку. Проплыл уже почти 125 метров за меньше чем полторы минуты. Выходит на дорожку и снимает очки. Выполняет протокол. Ждем решения судьи. До старта Евгения Сычева по дорожке Б остается 2 минуты. Сергей Черков получает белую карточку. Проплыл чуть больше, чем 125 метров. 36-й старт. Готовится Евгений Сычев из Санкт-Петербурга, инструктор Федерации фридайвинга и один из сильнейших спортсменов в России в нырянии в глубину. Лучший результат Евгения в динамике в ластах – 178 метров. В статике вчера Евгений не участвовал, но в динамике без ласт занял третье место с результатом 108 метров. Заявка Евгения на ласту 126 метров. Чуть больше 2,5 бассейнов. Дениса выводит на... Евгения выводит на старт Денис Соколов, инструктор Федерации фридайвинга. До старта Евгения остается 30 секунд. На наших соревнованиях выступают студенты Евгения. Выступают довольно успешно. К примеру, Николай Титов, который на данный момент является лидером власти, тренируется под руководством Евгения. Дан старт.
Евгений проплывает 50 метров примерно за 40 секунд, разворачивается. Пять метров и чуть больше минуты под водой. Разворот на 100 метрах и минуту 20. Напомню, лучший результат Евгения — 178 метров. Евгений находится под водой 2 минуты и разворачивается на 150 метров. Для улучшения personal best ему нужно проплыть еще чуть больше 25 метров. Мы видим отметку 25 метров на дне, половина бассейна, 170 метров, 175, 180, и Евгений выходит, дышит, держится и выполняет поверхностный протокол. Видно, что попытка далась нелегко, но результат больше, чем personal best Евгения. И мы ждем решения судей. И судья Алексей Серов показывает Евгению белую карточку. Поздравляем. А по дорожке А стартует Алексей Дорофеев. Лучший результат Алексея Дорофеева — 155 метров. Заявка Алексея — 128 метров. Вчера в статике Алексей Дорофеев занял второе место с результатом 6 минут 23 секунды. Это его лучший результат. Алексей приближается к 25 метрам, а по дорожке Б готовится спортсменка из Москвы Татьяна Земских. Лучший результат — 205 метров, заявка — 130 метров. Татьяна является одной из сильнейших спортсменок в России. Алексей разворачивается на 50 метров, подплывает к 75. Напомню, лучший результат Алексея — 155 метров. И Алексей завершает свою попытку на 100 метрах. Выполняет протокол, но
белую карточку он получить не сможет, поскольку заявка Алексея 128 метров, он получит штрафные баллы за разницу между заявкой и выполненным результатом, так как результат меньше заявки. Екатерина Балашова показывает желтую карточку. До старта Татьяны Земских по дорожке Б остается 2 минуты. На старт Татьяну выводят Денис Курсантов и Кристина Исеева. Мы видим, как наша табличка пополняется белыми карточками и personal best'ами. На фоне вчерашнего дня это радует особенно. Будем надеяться, что остальные спортсмены будут соответствовать. Вчера Татьяна Земских заняла второе место в статике с результатом 5 минут 6 секунд. В динамике без ласт Татьяна заняла четвертое место с результатом 104 метра. Отставание от третьего места составило всего 2 метра. 10 секунд до старта. Лучший результат Татьяны 205 метров. В 2015 году Татьяна заняла третье место в дисциплине ныряния в ластах на чемпионате мира в Белграде. А по дорожке А стартует Михаил Шаталов. Татьяна преодолевает 75 метров. Татьяна известна тем, что плывет довольно медленно, но сейчас особо не скажешь. Минута 25 и разворот на 100 метрах. Татьяна аккуратно касается стенки выше ступеньки, чтобы ей засчитали все 50 метров бассейна. Минута 52 и 125 метров. Татьяна под водой уже больше 2 минут и приближается к 50 метрам. Интересно, будет ли она разворачиваться. Да, будет. Татьяна разворачивается и продолжает попытку. Выходит на 153 метрах, снимает зажим
уверенно выполняет протокол и держится на дорожке. Вчера Татьяна рассказала нам, что находится не на пике формы, поэтому результат меньше, чем ее personal best, но она уверенно выполняет протокол и получает от Алексея Серова белую карточку. А по дорожке А к старту готовится Михаил Шаталов. Михаил Шаталов тренируется в нашем клубе чуть больше года. Вчера Михаил сделал успешно статику, но в динамике без ласт на дистанции 125 метров потерял сознание. Будем надеяться, что он успел восстановиться. Это не первые старты Михаила. Михаил стартовал на наших прошлых соревнованиях и на чемпионате России 2017 года. Лучший результат Михаила — 132 метра. Заявка 130 метров. Упаковывается и уходит под воду. Плывет мощно. Михаил Шаталов разворачивается на 50 метрах, плывет, проплыл за 38-39 секунд. Михаил тренируется в этом бассейне. Я надеюсь, что это поможет ему чувствовать себя более комфортно. Довольно мощные грибки, приближается к 100 метрам. Разворачивается на 100 метрах. А было похоже, что хотел всплыть. Да, так и есть. Михаил всплывает на дистанции 107 метров. Выполняет протокол. Михаил проплыл меньше, чем заявил, и меньше, чем его personal best. Но на фоне вчерашней потери сознания это более чем разумно. Судья, скорее всего, покажет желтую карточку. Ждем решения Екатерины Балашовой. Желтая карточка. По дорожке Б к старту готовится фаворит наших соревнований Александр Костышин из Москвы. Лучший результат Александра — 272 метра, заявка 150 метров. Александр является чемпионом и рекордсменом мира по фридайвингу. Вчера Александр на попытке установить национальный рекорд брасом потерял сознание после разворота на 200 метрах. Рекорд России принадлежит Александру, это 200 метров брасом. Лучший результат Александра в ластах — 272 метра. На наших соревнованиях Александр выступает после некоторого перерыва в выступлениях.
20 секунд до старта. Александр начинает вдох и упаковку. Александр является сильнейшим спортсменом в России в динамических дисциплинах фридайвинга. Прозвучал official top. И Александр стартует. Александр приближается к 100 метрам. Время под водой. Минута 150 метров. Сто семьдесят пять. Двести метров и 2,5 минуты под водой. Двести 25 метров. Двести 50 метров, и Александр выходит на дорожку. Выполняет поверхностный протокол. Все внимание на Александра. Да. Вышел чисто. Ждем решения судьи. А по дорожке А стартует Александр Забелин из Санкт-Петербурга. Александр Костышин получает белую карточку. Ему засчитывается результат 250 метров. Поздравляем Александра. По дорожке А стартует Александр Забелин. Александр начал свою попытку. Лучший результат Александра 184 метра. Заявка 150 метров. Александр, спортсмен из Петербурга. Вчера Александр не справился с волнением и с дискомфортом на брасе и всплыл
на 50 метрах. Александр приблизился к 50 метрам. Александр проплыл 75 метров, находится под водой уже больше минуты. Минута 23, разворот на 100 метров. Александр проплыл 125 метров. Напомню, лучший результат Александра 184 метра. Александр разворачивается на 150 метрах. Под водой он находится уже больше двух минут. Александр всплывает на 70 метрах. На 170 метрах. Выполняет протокол. Посмотрим, что скажут судьи. В начале протокола держался несколько неуверенно, но будем надеяться, что судьи будут благосклонны. Попытку судит Оксана Молчанова. Красная карточка. Опускание дыхательных путей под воду во время поверхностного протокола. К сожалению, Александр дисквалифицирован. К старту готовится Алена Чехонина из Петрозаводска. Лучший результат 150 метров. Алена тренируется сама, без тренера, с 15 года. И у нее уже есть стартовый опыт. Она является кандидатом в мастера спорта. Выполнила норматив в 2016 году на чемпионате России КМАС. Сорок второй заплыв. Алена Чехонина, Петрозаводск. Лучший результат 150 метров. После Алены осталось три заплыва. Это Василий Катасонов и Наталья Оводова. И Константин Иващенко, заявившийся позже всех. Он стартует в конце. Лучший результат Константина 95 метров. Тем временем Алена Чехонина разворачивается на 50 метрах. Алена Чехонина подплывает к 100 метрам. Напомню, лучший результат Алены
150 метров. До Personal Best ей остался один бассейн. Сто 125 метров. И выдыхая, Алена всплывает. Страхующие. Да, к сожалению, Алена не справилась с протоколом. У нее случилось самбо. Страхующие до последнего дали ей возможность выполнить протокол. Но после того, как она несколько раз макнула лицо в воду, шансов на белую карточку у нее не осталось. И страхующие помогли ей удержаться на поверхности. К сожалению, Алена получит красную карточку. 43-й старт. Василий Катасонов из Петрозаводска. Лучший результат 150 метров. Заявка также 150 метров. Василий Катасонов тренируется в Петрозаводске самостоятельно с 2014 года. Тренируется интенсивно по 5 раз в неделю. И имеет достаточно большой опыт соревнований. 15-й, 16-й год, 17-й. Соревнования КМАС и АИДА. Довольно долго упаковывается и стартует. Василий Катасонов проплывает 50 метров, плывет быстро. А на следующей дорожке к старту уже готовится Наталья Оводова из Петербурга. Лучший результат Натальи 231 метр. Наталья одна из сильнейших спортсменок в бассейне в России. Наталья заявила 181 метр. Тем временем Василий Катасонов разворачивается на 100 метрах. Занимает у него преодоление 100 метров всего минуту и 5 секунд. Подплывает к 125 метрам. Напомню, лучший результат Василия 150 метров. И он уже развернулся на этой дистанции и продолжает свою попытку. Идет на всплытие, всплывает. Почти промахивается мимо дорожки. Показывает протокол, дышит и держится на поверхности. Нырок на 160 метров занял у него минуту 44 секунды. А через 2 минуты стартует Наталья Оводова из Петербурга. После того, как мы дождемся карточки от судьи Екатерины Балашовой для Василия Катасонова, мы поговорим с Александром Костышиным, который недавно совсем проплыл 250 метров. Белая карточка и результат 160 метров засчитан Василию Катасонову.
Саша, привет. Поздравляю тебя с хорошим выступлением. Я переживал после вчерашнего блэкаута. Как дался нырок? Легче, лучше, чем вчера? Получше из-за воды. Вода холодная, она всегда приятнее нырять. Голова более свежая. А, ну, вообще, в принципе, как всегда оказалось так, что первый старт, скажем так, в сезоне, он всегда самый такой, ну, тяжелый психологически. Поэтому не могу сказать, что прям очень-очень легко плылось, но, скажем так, на троечку. Вот. То есть это как бы нормально пойдет. А после вчерашнего, конечно, я решил, что далеко не поплыву, поэтому сделал то, в чем как бы уверен, ну, железно. Вот. Ну, в принципе, в целом нормально. Нормально, да. Ну и, как я понимаю, Татьяна Корженевская тоже сделала хороший результат. Татьяна, которую ты тренируешь, поздравляю с этим тоже. А мы продолжаем следить за стартами. Саша, спасибо. Спасибо. На старте Наталья Оводова из Санкт-Петербурга. Лучший результат 231 метр. Наталья проплыла эту дистанцию на чемпионате Европы КМАС совсем недавно. Звучит official top. И Наталья стартует. Наталья плывет быстро. А по дорожке А к старту готовится завершающий участник соревнований Константин Иващенко. Разворот на 50 метрах. Очень большая скорость. Семьдесят пять метров. Сто метров чуть более чем за одну минуту. Напомню, что сейчас главным претендентом на первое место в женском зачете является Татьяна Корженевская. Ее результат 199 метров. Но я предполагаю, что Наталья, зная этот результат, попытается сделать больше. 150 метров. Чуть более чем за полторы минуты. Сто семьдесят пять метров. Смотрит вперед. 200 метров. Касание и выход. Наталья легко выполняет протокол. И, скорее всего, получит белую карточку. Главный вопрос, зафиксирует ли результат 199 или 200 метров. Если Наталья разворачивалась ниже ступеньки, это будет 199. Если 200, если выше, то 200. Но в любом случае, если даже результат будет 199 метров, заявка Натальи 181 метр. А заявка Татьяны Корженевской явно меньше, да. Заявка Татьяны 1 метр. Соответственно, при одинаковом результате Наталья будет первой. Белая карточка. И мы поздравляем Наталью. Завершающий старт. Константин Иващенко. Лучший результат 59, 95 метров. Заявка 50 метров.
Константин Иващенко стартует брасом. Интересно. В принципе, правилами не запрещено плыть брасом. Не засчитают только мировой рекорд. Но, конечно, было немножко неожиданно. Константин подплывает к 50 метрам, разворачивается. Константин всплыл на 80 с лишним метрах. И посмотрим, какую карточку даст ему судья Екатерина Балашова. Белая карточка. Поздравляем. Дамы и господа, наши соревнования на этом заплыве завершены. Сейчас спортсмены, организаторы и зрители отправятся на автобусе на набережную Невы, чтобы сесть там на кораблик и отправиться на награждение. Мы видим, что погода в Петербурге нас решила порадовать. С утра был дождь, сейчас солнце. Хочется выразить нашу огромную благодарность судьям Оксане Молчановой, Екатерине Балашовой, Алексею Серову, Марине Романовой и Кристине Исеевой, страхующим фридайверам. Это Антон Гневышев, Антон Гаврилюк, Ленар Садыков, Ренат Галиханов, Дмитрий Данилевский и Вероника Кравцова, которая координировала их работу. Операторам Арине Мазепиной, Виктории Лукашовой, Елене Лукашовой. Нашим фотографам Ирине Лойтер, Елизавете Дворченко, Милы Кутуевой и Дмитрию Гогину. На статике вчера нам помогали хронометристы Александр Поддубный, Александрина Ионова и Алла Голубева. Организаторы, которые помогали нам на чекине и которые организовали все эти соревнования, это Юлия Шенбреннер, которая занималась протоколами, Александрина Ионова, которая занималась чекином спортсменов, и главный организатор Дмитрий Мазепин, и я, Александр Виноградов. Также огромная благодарность нашим спонсорам, которые помогли нам сделать эти соревнования, которые обеспечили нас возможностью провести трансляцию, предоставить спортсменам качественные призы. Это сеть отелей «Невский берег», компания, которая выпускает акустику в Санкт-Петербурге, производит акустику в Санкт-Петербурге «Deluxe Acoustics», производители гидрокостюмов «Буни», спортивный клуб «Океаниум», в котором прошел первый день соревнований, производителя ошейников «Лобстер» для фридайвинга, которые предоставили призы спортсменам, компанию «Молчановс», которая также предоставляет призы спортсменам, и «Blue Water Shop», магазин фридайверского и охотничьего снаряжения в Петербурге. Спасибо, что были с нами.
надеюсь, что мы встретимся с вами на следующих соревнованиях. Приезжайте обязательно к нам в город. Это явно не последние старты, которые мы организуем. И мы будем делать их только лучше и лучше. Большое спасибо и до свидания. А перед вами таблица результатов в динамике в ластах.